Собрали мы с Анечкой палатку в лесу. Выставились, поставили, затопили. У нас пожар. Мы бежим. Бежим, не расслабляемся. Так. Вот так, слушай, она приличная, ты, хочу сказать. Я сейчас покажу на камеру, как я достаю это. Лим не лезет в лунку. Кому бежать? Он хвостом, зараза, идет, ты же знаешь. Чтобы есть тут... О, вот это... Вот красавица. Это да, красавица! На озеро, и тут, короче, пулеметный мелкий окунек. Какая щучка! О, вот это джекпот! Джекпот! Хо-хо. Это реально джекпот! Тут снега полно. Там очень много снега. Вот так. По-пластунски передвигаться. А ты, Ричка, научи так же по-пластунски. Он за тобой. В 130 километрах от цивилизации мы набрели на такую сказку. В этой сказке мы рыбачим, отдыхаем и живем 6 дней. Ощущение первобытности, тут, нет, тут даже не драйв, тут просто крик души. Мишка панда здесь живет. Мишка панда. И медвежонок черненький. Я думаю, что руки-то болят. Я ж вчера так наползала. Ну что, поползли теперь к нашей избушке. Четвертый день нашей жизни в тайге. Хорошо, солнце встает. Утренний рассвет. Идем на рыбалку. Утренний рабочий день начался. Проверка жерлиц. По такой тропиночке, где веточки стоят, там поставлены жерлицы. Так Анечка ходит утром. Хорошо сегодня, вообще тепло. Градусов 6, ветер западный, давление 768, идет проверка. Рыбацкие будни. Не все так легко, как все кажется иногда. Проверяли жерлицу, смотрим, думаю, ну, наверное, живец маленький застрял. Смотрите, нос щуки торчит, я спутал нос щуки с... это. Да пушни ваш, вон. Ладно, сейчас. Вот так вот она стоит. Хорошая щучка, я вам скажу. Такая трешечка. И она даже не шевелится. Стоит. Сейчас вот Анечка побежала. Ну, протыкали просто маленькой дырочкой. Она сюда не пролезет, нужна пешня. А пешня у нас, я ее воткнул вон там. Думаю, зачем я ее тащу, тяжесть такую? Все равно никого нету. Ну, тут бах. Аня говорит, что-то застрял твой живец. Попробуй его протолкни. Но я его протолкнул. А тут вон
Крокодилица подышать пришла. Ну, небольшая крокодилица, но сейчас мы узнаем вместе с вами. Вот Анечка принесла пишню. Сейчас она раздолбает. Этого живца тут отобьем. Да. Говорит, живец там. Ага, живец, толкай его туда. Говорит, толкай. Я говорю, нет, а что-то есть. А самое главное, по леске не ударить, а то было у нас. Ну что, живец? Щука, да? Я говорю, блин, что-то там. Я тебе говорю, что там кто-то есть. Ну держи. Подожди, так, может, крючком сразу? Да не надо ничего чистить, Аня, она вылезет. На, держи. А то сейчас еще, если она там едва взялась. Да, скорее всего, едва взялась. Так, я. Он ага. За усть. О, начинается. Начинается. Вот это. Вот это. Хорошенько. Морда. Слушай, замор тут, скорее всего, тоже. Вот так, такая так, вот. Так, так, так. Вот так, слушай, она приличная, ты, я хочу сказать. Живец. Да, живец. Вот, вот так вот живец. Васильич спутал живца с щучкой. Вон, смотри, как она взялась. Она, слушай, походу, зубы меняет. Видишь, зубов нету. А, точно, точно. Поэтому у нее нету настроения. Настроения нет. Да, он, видишь, вот эти вот выросли, вон. А вот эта часть, он только-только. Мягкий, да. И вот, видишь, они еще все внутри. Вон, это видишь, дня через 3-4 пойдет. Она, наверное, она вот это на валу не поменяла. Да, ага. Все они вон, они все в этой... Поэтому щука не идет. А, я сейчас покажу на камеру, как я достаю это. Пошокирую дальше, как я достаю, блин, крючки. Ага. Потому что у меня нету никогда с собой никаких приспособ, кроме своих рук. Вот, поэтому мы, точнее, ну, мы, я. Все-таки щипчики дать. Да нет, сейчас я ее тут заведу, как мне надо. Ну, начинается, начинается. Ага. Все, прибыли, да? Она очнулась. Она очнулась, да. Давай, открывай рот. Сейчас тут достану. В другое Анечка. Место, видишь, она загнула. Анечка маникюром там помогает. Угу. Смотри, чтобы только не накололась ты. Да нет, не накалюсь я. Это давай надо... щипцы возьму. Ну да? Давай, щипцы быстрее. Даю. Ага. Приспособы ваши. Эти ваши приспособы, нифига я не умею ими таскать. Вверх-вниз. Ага, вверх-вниз. Ну да, где-то может быть тебе удобнее. Ну что, как? Зверюга? Как она? Давай зубы расти. Такая мы хорошенькая еще, щучка. Мы еще тут 3 дня будем. Больше 2 килограммчиков. Ну вообще отлично, никак, да? Отлично. Никак. Ну вот, я попросил водяного живца, он нам дал. Спасибо. Друзья, чуток я пробила. Здесь, видите, все вернуло, как было на камеру. Рыба очень неактивная, даже может быть налим. Флажок, как всегда, не рабочий, но я подозреваю, тут что-то есть. Видите, вот леска обратно возвращает. Может быть, ну, это налимовская поклевка. Сейчас я пробью лунку. Посмотрим, ошиблась я или нет. Ночью ходили. Сейчас... Одного или двоих? Одного, наверное, взяли, да? Одного мы взяли. Одного взяли. Вот. Ну, с ночи может быть еще что-то. Так, ну что у нас? Давайте смотрим. Смотрим. Как приятно. Вообще невозможно. Так, ну это щука. Похоже на щуку. Боже ты мой. Господи. Ты ж какой. И его, ну, сейчас посмотрим. Не получится отпустить, потому сейчас посмотрим. Что налим очень глубоко заглатывает. А ну, покажи. Вот. Он очень глубоко заглатывает, и поэтому, маленький, к сожалению, такой. Да, маленький. Карманный налимчик. Да. То есть у него, вон видите, где поликарбоновый. Ну, сейчас посмотрим. Пусть... Если что, то выпустим. Если нет, то к сожалению. Ну что ты? Жадный ты такой. Боже мой, покажи, какие они красивые. Многие говорят, да чтоб тебя. Многие говорят, что налима не любят. У нас очень вкусный налим. Вот, вообще очень красивая рыба. Путают с самом, но вот видите, у него очень маленький усик у сама. Здесь, ну, внизу. Да, насколько я знаю, у него вообще, по-моему, два сама. Чувствительные. А у сома по бокам 2 усика. Да, и прям такие большие, а это вот маленький. Здесь они по бокам. Да. Ну, в общем, принципиально отличается. И хвост другой. Да, это пресноводная треска, еще есть какой-то змееголов. Я, в принципе, ни того, ни того не видела. Ну вот у нас
Такой налимчик вот маленький. Ну что ты? Смотри, глазки какие. Серенькие, еще не голубенькие. Ага. Прямо жалко. Друзья, жалко, конечно, такую рыбку маленькую отпускать, но я не отпускать, боюсь, что мы ее... забирать домой. Сейчас мы посмотрим. Если вытащится легко, значит, отпустим. Лес заснеженный. Очень много снега на хвое. Падает ночью такой страх, вообще ужас, оно как бабахнет, вот эти вот комья, подскакиваешь. И услышали вчера очень сильный прям такой треск, шум. Это он, оказывается, вот нашли мы, вон, видите, ветка обломалась, не выдержала веса. Мы вообще прямо чуть раскладушки не сломались. Мы вдвоем подскочили с просонья, не поняли, что это такое. Лес, конечно, очень красивый, такой зимний. Но тяжело деревьям, очень тяжело. Ну да, вообще смотри, какая крона. Вон там вверху. Красотень такая. Да, сказка. Так, ну у нас первый мацион питания. Анечка решила шейку гусика. У собаки зубов нет, он возрастной очень. Поэтому сейчас подготовим чуть-чуть вкусняшку. Чем, так, Ричик, кто чем мы ходит? Занимаемся на рыбалке? Когда глухо. То собачку кормим, то себя кормим, то спим, то отдыхаем, то вот по снегу ползаем. Все хорошо, есть хоть. Ты давай смотри, ползать, куда да. Бьешь. Конечно. Ведь буш с опилками есть. Так, что, давай еще мы вот так вот пройдемся. Ускорим процесс. И примерзает. Видишь, что? Руби ему пополам. Да, Ричи. Ну, блин. Ну что? Кто гусика будет кушать? Кто там? Кто там нас защищает? Заслужил вкусняшку? Давай. Ну вот, давай. Гусика буш? Кормление мопсика. Ну, это не мясо, да, это тебе погрызть надо. Примеримся. Ну что? Может, вот этот маленький гусик? Куски вон этой рыбы, что поел живца. Угу. Вкусно-то как. Гусик, гусик. Зверь, настоящий зверь, да. Хищник. Что вода? Хищник. Вкусный гусь. Ну, вот так вот у нас мопсик и питается. Тоже вцов половину поел. Теперь вот паштет, шейку гусиную. Старость не в радость, да? Не говори. Пятый день в тайге. Время идет быстро и незаметно. Еще один день, и наши сборы будут... Сборы домой. Сейчас собирается Анечка на рыбалку. Без меня. По окуня поедет. Сейчас выйдет. Коробчонка собирается. Вызывали? Лягушонка собирается. В общем, Мишка-панда. На наше окуневое озеро. Вот, поеду я сама. А то, блин, тут никто не знает, как я езжу. А то все, наверное, сложилось впечатление, что я только бабик из квадрикус. Нифига. Я еще вот, как мы назовем, драндулетчица. В общем, мне понадобится... Не трожь, я ее уже воткнул. Да, мне понадобится пешня, потому что промерзла. Я думаю, что сантиметра 2-3, потому что мы тут пробили луночки с утра.
Вот, а Матабур приказал долго жить. Вот, значит, печня. Вот, возьму такую камеру, буду вам рассказывать. Потом тут я проверила. Не так, как вчера я собралась. Нам еще понадобится, надо будет набрать пятачок воды. В озере. Вот, да, в озере. Так как наша питьевая закончилась. Ну и вот, короче, тут удочки всякие. Вот, много удочек. Самое главное, много варежек. Я планирую на приличных поехать. Все. Давай, одевайся. Ура, мы готовы, мы готовы. Ну что, погнали. Ну давай, лягушонка. Тебе побольше красивых окуней. Заряжи. Ну все, пока. Заряжись. Давай, ну ладно. Заряжись, заряжись. Вечером. Ну все. Умчала лягушонка в коробчонке на озеро за окунями. Оставила меня на хозяйстве. Такую красоту поехала. Ну а мы сейчас поспим часок. Время раннее, 7:30 утра. 5-й день рыбалки. Поднялась очень сильная метель, вьюга, снег большой. Ничего не видно. Все, что когда-то мы нахаживали, все эти 5 дней, просто все перемело, идешь наугад. Но несмотря на то, что мы свои жерлицы наугад узнаем. И вот подходим, смотрим. Такая размоточка приятная, даже в такую вьюгу. Вот, думаю, сейчас... О, размотана. Или не размотана. Сейчас мы тут снежочек вышкрили. Я их в обед прочищал. Ну, такое дело. Может есть, а может нету. Сейчас. Сейчас. Наверное, нет. Опа, есть! Есть, 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 есть! Щука! Опа! Какая щука! Щука! Тут ты что же такое? Смотрите, какая она! Маленькая! А зубки-то уже восстанавливаются, значит, все. Охота пошла. Охота, щука пошла. Ура! В метель. Оу! Отдай! Что делать? Она мне перчатки сейчас порвет. Блин! Порвет перчатки. Отдай. Хулиганка какая. Вот, все. Активность у нее пошла. Ловим, рыбачим. Продолжаем, несмотря ни на какую погоду. В очередной раз, говорит Василич, твоя очередь. Ну я, давайте. Какие проблемы вечером, что только интересно. Вот, сейчас мы ее... Они с обеда еще не шибко сильно. Так. Ну что? Опа, есть! Есть! И хорошая идет. И хорошенькая идет. Ух ты! Ух ты! Вот это да! Трещит леска. Кто не понял? Налим. Налим. Налимчик. Вот такой вот. Налим такой вот хвостом вылез. Ну что ж, одна щучка и один налим, это уже прекрасно. Значит, клев пошел. На такую мерзкую погоду рыба клюет. Кроме окуня. Да. О, yes. Всем доброй ночи, добрый вечер. Возвращаясь с ночной прокатки по снегоходу по озеру, обнаружили, что у нас стоит флажочек, и я решил его проверить. И оп, и смотрю, что что-то такое идет. Что идет? Налим идет. Хвостиком решил посопротивляться. Какой он шустренький, маленький, но шустренький. Ой, чистим после снега лунки. После бурана, да, после вьюги. Да. Тут поклевка на закрытый флажок. Печню мы не взяли, не знаю. Это налим, конечно, однозначно. Сейчас посмотрю, может быть, влезет в эту лунку.
хорошо. Хоть бы вот пролез. Тяжелый? Нормально пролезет, ага. И небольшой, просто хвостом. Ага, вот такой вот. Какой чистый, смотри, какой тигровый. А что у него? Смотри, какая тигровая краска. А что у него во рту? Что у него? Господи, язык, наверное, должен так, быть. А что у него язык? Ух ты. За язык, что ли? Угу. Ничего себе. А что случилось-то? А, это он пытался вырваться. И вот надулось вот это. Смотри, какой он тигровый. Почисти. Покажи его тигровую краску. Ух ты. Чистейший тигровый. Тигровый. Это голубоглазенький. Красивый. Утро шестого дня. Наше нахождение глубоко в тайге на Таежном озере. Проснулись от прекрасного утра, полного штиля, покоя природы. Ночью был метель, ураган. Позасыпало все дороги, одно лишь направление с какими-то ямками. Вот тук-тук-тук-тук. Вот мы утром пробежались по-быстренькому, натоптали новый путник. Вот, прошлись туда, проехали сюда. Ночь была ужасная, но спалось крепко. Знаем, что наша палатка выдержит. Сейчас мы попьем кофейку, улыбнемся солнышку и вперед на озеро проверять, прочищать наши жерлицы. Сегодня завершающий наш день. Посмотрим, что у нас получится поснимать, куда мы съездим. И к вечеру ближе мы будем планировать сбор нашего лагеря и отправляемся домой. Подошел я к завершающему нашему флажочку. И смотрю, размоточка дергается. Сейчас камеру поставим. Проверяю нашу жерлицу. Зачищая их. Ух ты, как разбили. От наледи я обнаружил, что поймал здесь что-то. Вот, прямо вот смотрю, дергается, но не мотает. Явно, что это не щука. Явно, что это налим. Разновидность трески. Вот, ну, как говорится, дальше все, только снег. Давайте проверим. Оп. Конечно, он тут сидит. Вот каких размеров, никто не видел, никто не знает. То, что он хвостом лезет, это вот однозначно. Блин, а голова-то серьезная. Серьезная голова. Ух ты. Такой вот. Давай пасть. Такой вот серьезный размер налима. Утречком. Ух ты, колесиком. Ух, это трешка. 3 килограмма. Такой красивый. На солнышке переливается. Налим. Красавчик налим. Вот. Такой вот красавец. У нас пошел. Мы бежим. Бежим, бежим, бежим. Не расслабляемся. Завершающий день, флажки начали схлапываться один за одним. То налим, то щука, то щука, то налим. И вот пока тудам-сюдым, смотрим, опять флажок. Пошли, друзья, смотреть. Так, ну вот, этот флажок я доверяю Анюте. А мы его ночью вообще вчера пропустили. Мы вот тот и вот тот пропустили, такая метель была. Давай, ветер сильный, я не знаю, задувает камеру или нет. Пробивай его. Размотка полная? Да, вроде полная. Ну что, погнали? Да ты че? Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Залет. Что? Ушла, так, что ли? Ага, залет зацепился. Она вообще вот тут вот висела. Ды-ды-ды! Ну ничего. Некоторые спрашивают, а зачем нам такая волокуша? Ну, примерно показывают для чего. Что нам нужно в нее погрузить? Значит, мы берем треногу, шнек, сумка с жерлицами, топор, бензин, удочки, вещи сухие, там вода, бензопила, дволт,
бензин, мешок, пешня, лопата, спальники, пустой баллон. Обратно везем пустой мешок с мусором. Здесь будет большая палатка, берег. Здесь будет печка, берег. Здесь две раскладушки. И здесь теплый пол. И, ну, еще так по мелочам, что осталось в палатке. Вот это все нужно погрузить в эту пешню, ой, в эту волокушу на снегоход и увезти домой. Вот теперь мы ее прицепили и упаковали ее полностью грузом. То есть вот теперь наша волокуша 2,30 на 90 повезет и такой груз. То есть все, что с нами поехало на отдых и рыбалку. Вот как-то так. Думаю, что волокуша достойная, и в практике она себя покажет. Конечно, это первый ее выезд и первые 80 километров. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Надеюсь, вам понравится, и вы когда-нибудь закажете себе подобного плана. Вот такое это вот у нас видимость дороги. Мы возвращаемся домой. Вот после буйранов, переметов, вот все, что осталось. Ой, проехался 10 километров, аж руки дрожат, ноги немножко подрагивают, стоя еду. Но нормально все классно. Возвращаемся. Еще километров 30-40 и будем